С 2014 года в Перми существует проект «Больничные мамы». Он помогает ребятам, оказавшимся в больнице, без заботы и внимания родителей или родственников. «Мамы на прокат» – так порой называют волонтеров, которые ежедневно навещают, а иногда и месяцами живут с маленькими пациентами в стенах больниц. В 2017 году они сопровождали 103 ребенка в отделениях краевой и нескольких детских больниц, институте сердца, инфекционного стационара и торакального отделения в Перми, а также в стационаре Березняков. Лишь 5 дней из прошедших 12 месяцев не требовалась помощь больничных мам. Всего в прошлом году профессиональные сиделки провели с ребятами на лечении около 20 тысяч часов. В отличие от всех предыдущих лет, в прошлом году у нас, скажем так, утяжелилась категория детей, которые находятся на сопровождении сиделок. Стало, в отличие от всех предыдущих лет, больше детей после операции, детей-инвалидов, детей с различными патологиями. Появилась новая категория ребят для нас. Это дети-отказники, которые родились с различными патологиями. На сегодняшний день под присмотром больничной мамы находится мальчик, серьезно пострадавший после ДТП. Курс его восстановления займет порядка 2 месяца. К сожалению, в это время он сможет рассчитывать лишь на заботу профессиональной сиделки. Для того, чтобы подросток не оказался со своей бедой один на один, необходима сумма в 20 тысяч рублей. Кроме того, чтобы справиться с последствиями длительного нахождения в лежачем состоянии, парню требуются специальные противопролежневые средства. И это лишь малая часть средств и вещей, которые ежедневно необходимы больничным мамам для работы. Поскольку дети достаточно тяжелые по состоянию здоровья, или есть еще ребята до года, которые просто маленькие, им требуется специальный уход, это всегда есть потребность в средствах гигиены. Это подгузники, влажные салфетки, одноразовые пеленки, детские крема, присыпки. Если у вас есть желание и возможность помочь проекту «Больничные мамы», то здесь можно, передав средства ухода и гигиены в офис фонда «Дед Мороз». Оказать финансовую помощь проекту можно, отправив смс на номер 7715 для абонентов Билайн, Мегафон, МТС, Теле2 с текстом «Дед Мороз. Пробел. Сумма пожертвования». Перечислить деньги можно также через любой банкомат или терминал Сбербанка. В меню выберите «Платежи наличными» или «Платежи нашего региона», «Прочие благотворительные платежи» в фонд «Дед Мороз». За тепло и заботу в условиях больниц большое детское спасибо.